Ребят, всем привет! Такая печальная весть случилась. Вот этот замечательный автомобиль, видите, он работает. Вот мы сейчас его объедем со всех сторон. Видите, он на трассу. Сейчас покажу. Сейчас, какой процесс? Блин, что она вот, смотри, какая. Рабочая лошадка. Она работает, она целая вся, все работает, охренеть. Куда мы ее повезем, смотрите в следующей серии. А знаете, куда мы ее тащим? Вот куда мы ее тащим. Ну, в общем, прости меня, Сузуки, но я тебя привез в последний твой путь на Чермет. Вот мы ее завесили. Сейчас снимаем аккумулятор. Это грустно и печально, но это так. Машина сдана на Чермет. На полном ходу. Единственное из минусов у нее, что осложняет ее ход, вот это кривое колесо. Видите, оно кривое. Видно, оно боком стоит. Из-за этого вываливается шрус на повороте. В остальном же автомобиль на полном ходу. Печально, конечно, печально все это, печально, но это так. Все. Пока, бедный автомобиль. Нет. За сколько мы сдали? За 5000 рублей. 6 рублей. 6? 5,6. 5006 рублей. 5006, да? Короче, 5000 рублей эта машина стоила. Да. И то мозг парили, да? Сколько? Минут, наверное, 20, да? Я за это время успел аккумулятор с нее открутить. Запасное колесо. Хотел уже щиток приборов открутить этому Вовке на это, на сувениры. А он подошел, говорит, все уже уплощено. Давай все в обратку вертай. Ужас.